В субботу в 4 часа утра на проспекте Ленинского комсомола напротив магазина «Спар» была обнаружена небольшая просадка асфальта. На место выехала дежурная группа водоканала и сразу начала аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе. Генеральный директор МУП ПТО городского хозяйства Дмитрий Бугров прокомментировал ситуацию. По окончанию ремонтно-восстановительных работ будут выявлены причины случившегося, о чем будет сообщено дополнительно. В настоящий момент восстанавливаем. Плановое завершение восстановительных работ 2 дня, то есть до 30-го мы ситуацию исправим. На ПЛК от 3 до 37 дома ведутся и другие работы, но они плановые. Замена аварийного участка хозяйственно-бытового водопровода. Окончание работ планируется не позже 27 апреля.